Всегда, конечно, я думаю, в профессиональной карьере спортсмена, но факт есть факт. С профессиональным рекордом в 4 боя. 3 победы при одном поражении. Его дисциплина – рукопашный бой. Из Грозного приветствуйте Хамзат Тантаев! Его соперник в красном буклетке. Бойцу 24 года. Рост 178 сантиметров, вес 76,7 килограмма. Профессиональный рекорд – 3 боя, 3 победы, ни одного поражения. И его дисциплина – вольная борьба. Из Рус-Мартана – это Пек Масаев! Ну что ж, рукопашный бой против вольной борьбы. Столкновение ударника и борца. Даже именно по структуре тела мы видим, что Эдалбек Мазаев является представителем вольной борьбы. Такой более приземистый, более мощный. А его соперник более высокий. С большим размахом конечностей. Уверен, он будет пытаться использовать это в свою пользу. Итак, первый раунд. Полусредняя весовая категория. Первый полуфинал. Хамзат Дадаев против Эдалбека Мазаева. Справа через руку попытался пробить Хамзат. И тут же попытка прохода от Эдалбека неудачная. Не прошел первый тейкдаун у этого спортсмена. Вот это размен и да, попадание. С дистанции попытался войти именно в клинч Эдалбек, при этом навстречу не четко, не акцентированно, но все-таки несколько ударов пропустил и сам при этом довел. В таком клинче обменялись одиночными ударами спортсмены. И сейчас попытка тейкдауна в исполнении Мазаева. Хорошо стоит на ногах Хамзат Дадаев и все-таки выходит он из этой ситуации. Хамзат очень... двойка дистанции, хайки! Двойка неточная, хайкик в завершении. Очень красивая работа от Хамзата. И сразу чувствуется школа Абдурахмана Джанаева. Хорошая и справа на выходе доносит свой удар до цели Хамзат. Чувствуется школа Джанаева, Абдурахмана. Как раз таки хорошая защита от борьбы. Очень красивая работа в стойке комбинациями. Будет раздергивать своего соперника Хамзат, вот сейчас удар в туловище. Типа, вот пожалуйста! Это бэкфейс, ты сейчас добивание! Все! Останавливается. Вот это да! Бэкфейс навстречу, потерял равновесие. Эдалбек и добивание. Летний Хамзат Дадаев очень зрелищно, очень такой красивой манере одержал победу этот молодой спортсмен. Поздравляем его. Ну и, конечно же, желаем Эдалбеку Мазаеву не расстраиваться. Уверенно он свою ищет. Минута и 40 секунд первого раунда. Техническим нокаутом одержал победу и вышел в финал гран-при в полусреднем весе Хамзат Тантаев. Так, у нас есть первый финалист в полусредней весовой категории гран-при Беркут.